Корабль называется «Герой Абхазии». Именно на нем в прошлом и позапрошлом годах я путешествовал. Но в прошлом году, конечно, он ездил очень плохо. Нестабильно. Позорище, тот корабль обгоняет нас. Мне кажется, он нас сделает, причем очень быстро. В настоящий момент наш КЭП отвлекает нас от того зрелища, как делает нас вот этот вот корабль второй. Thank you.
Напоминаю, что эти здания являются сетью пансионатов Пицунда. Их я насчитал 6-8 штук. По-моему, 6. Сейчас произойдет состыковка.